Лучшие гимнастки ЦФО борются за путевки на всероссийские соревнования. Накануне в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной стартовало первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Спортсменки показывают свою подготовку в групповых и индивидуальных зачетах. На открытии состязаний побывала и наша съемочная группа. Диана Калединова с подробностями. Торжественное построение. На ковре 250 юных гимнасток из 15 областей Центрального федерального округа. Их приветствуют и напутствуют именитые белгородские спортсмены, участники Олимпийских игр разных лет. На всех соревнованиях надо и на тренировках выкладываться полностью, на 200%, чтобы на соревнованиях все судьи и зрители поверили в то, что ты делаешь на ковре, и все получилось. В каждой команде по 13 человек. Это перворазрядники и кандидаты в мастера спорта России. Соревнования проходят в течение 4 дней. Вначале за звание лучших поборются команды областей. Затем гимнастки выступят в личной программе. Оценки за номера пойдут в общий зачет. Я сегодня выступила неплохо. Мне тренер сказал, что у меня было все хорошо. Для меня самое главное – это не лениться, чтобы что-то в жизни добиться. Я уже второй раз на ЦФО. На прошлом ЦФО было очень страшно. Я не понимала, насколько это серьезно соревнование. Сейчас уже хочу показать хорошие результаты, может показаться каким-нибудь тренерам хорошим. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям и должны очень хорошо выступить. Девочки 2006 года рождения первый раз принимают вообще участие на соревнованиях такого уровня. Их первый раз видят и судьи, и тренеры смотрят, как они себя ведут в соревновательной обстановке. Девочки постарше, конечно, уже проходили все это. И для многих это дало путевки на первенство России, естественно, в большой спорт. Первенство Центрального федерального округа в Белгороде проходит в 5-й раз. В прошлом году спортсменки состязались в Москве. Всегда приятно, когда приезжают в гости спортсмены из разных регионов, тем более это самые сильные спортсмены. И полезно, потому что, наверное, тренеры учатся друг у друга, обмениваются мнениями, дискутируют в ходе этих соревнований, как, что, как должна развиваться художественная гимнастика, которая всегда приносит нам олимпийские медали. По итогам соревнований судьи выберут 6 лучших среди перворазрядников и кандидатов в мастера спорта. Также 3 лидеров в групповых упражнениях. Победители войдут в сборную ЦФО, которая выступит на всероссийских состязаниях по художественной гимнастике в феврале в Казани. Диана Калединова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.